Всем привет! Сегодня мы рассматриваем фильм «Зеленый рыцарь». В нем показаны символы X, символы XRP. Вы это увидите в данном ролике. И также показан масонский обряд. В своих символических значениях огонь объединяет крайности. Он символизирует смерть и уничтожение старого настолько же, насколько очищение, возрождение в новом качестве. Мы видим, что горит голова у главного персонажа в фильме. В ритуале посвящения древних мистерий очищение огнем символизирует смерть старого и рождение нового. Также масонский свет, который мы видим в данной картине, освещает ложу в глазах непосвященного. Огонь – это символ очищения, тонкая стихия, символизирующая свет и силу божества, явленную в нашем мире. Неспроста огонь играет важную роль в ритуале посвящения профана, превращая его в посвященного. Процесс масонской инициации представляет собой обратный порядок человеческой жизни. Путь из чрева земли к высочайшему свету, представленным творческим огнем или огнем любви, благодаря которому человек рождается в физическом мире. Выше огня располагается лишь эфир, пятый луч Пентакля, совершая всеобъемлющая субстанция, соприкосновение с которой происходит в момент снятия повязки. Также мы видим в фильме снятие повязки с главным персонажем, который для непосвященного творится новый мир, и сквозь ему слышатся слова «Да будет свет», дарующим начало новому творению. Это, по мнению масонов, подлинное описание пути, карта восхождения от плотному к тонкому, и ключом к последней двери становится именно огонь, ставший здесь синоним движущей силы внутреннего изменения, пламенем тигля средневековья алхимика, духом Бога, проявленным в физическом мире, для того, чтобы непосвященные могли прикоснуться к нему и не утратить разум. Благодаря взаимосвязи с великим строителем Вселенной, нашему внутреннему душевному огню, мы можем изменить и обновлять себя, совершенствовать свой внутренний мир, а значит совершенствовать свой внутренний храм. Подобно Фениксу, мы стряхиваем со своих душ пепел, отживших эмоций, чувств, мыслей, открывая дорогу новой личности, очищенной божественным пламенем Творца. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.